Подарки от детей, досуговый центр для пенсионеров, ликвидация незаконных свалок автомобильных шин и многое другое. Это проекты, которые представили руководители некоммерческих организаций мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову. Всего проектов 11. Направленность разнообразная. Кто-то пытается отвлечь детей от гаджетов с помощью творчества, кто-то рассказывает о том, как разработать социально-предпринимательские проекты, кто-то будет обучать семьи компьютерной грамотности. 6 проектов уже получили одобрение главы города. Владимир Панов пообещал поддержку НКО и выразил надежду, что таких проектов станет больше. Я готов искренне поддерживать, чтобы вам было меньше материальных забот на следующий год. По моему поручению мы сейчас создаем офис именно для социальных проектов. Это не социальный предприниматель, только часть. То есть как раз, чтобы облегчить социальным предпринимателям, где у которых есть идеи, вход вот в нашу административную машину. Скоро Новый год, и мы понимаем, что как раз дети могут сделать некие подарки, да, какая-то организация может купить для, подарки для своих сотрудников и подарить. И таким образом и организация вместо классических ручек и блокнотов получит что-то, интересный подарок, и деньги пойдут детям так, чтобы они тоже перед Новым годом получили какие-то билеты, да, культурную программу, некие экскурсии. Понятно, что можно обращаться и можно в дальнейшем работать. Очень понравилось то, что готовы предоставить для некоммерческих организаций помещение. Это действительно очень большой вклад, действительно большая статья расходов. Если это будет реализовано, то было бы очень хорошо.